Одинцовские активисты «Единой России» в рамках проекта «Культура малой родины» поддержали творческий вечер художественного руководителя театрального центра «Жаворонки», актера, музыканта, писателя и сценариста Михаила Ильина. Его творчество было представлено в виде стихов, авторских песен, отрывков из фильмов и видеозаписей номеров. Как отметил руководитель фракции «Единой России» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, Михаил Ильин – удивительно талантливый человек, который пишет сценарии, спектакли и исполняет многочисленные роли, снимает фильмы, которые имеют большое, в том числе и международное, признание.